Интересный факт о цвете. Все листья на деревьях, да и трава под ногами, на самом деле все что угодно, но только не зеленые. И вот почему. Когда мы говорим, что листья зеленые, а это яблоко красное или этот банан желтый, мы, если говорить технически, говорим о конкретном и приобретенном свойстве предмета, потому что солнце на самом деле белое, и внутри каждого белого солнечного луча, что прилетает к нам из космоса, содержатся все цвета видимого и невидимого цвета, и все листья на деревьях, в которые попадают эти лучи, поглощают все цвета, кроме того, которым начинают светиться. Поэтому листья зеленые не потому, что внутри них есть что-то зеленое, они зеленые лишь потому, что, если можно так сказать, им не нравится этот спектр света, и они отторгают его от себя посредством отражения его обратного атмосферу. Получается, что все вокруг является своего рода зеркалом, которое отражает от себя не понравившийся цвет.